Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем наши уроки. Изучаем саратовскую гармонику, обычную, у которой справа 10 кнопочек и слева колокольчики и 3 кнопочки. Сегодня речь пойдет как раз о левой руке. У нас в левой руке всего 2 баса мажорных. Напоминаю, что в разжим у нас один звук, а в жим другой звук. Так устроена саратовская гармоника. Попробуйте. Нажимаем нижнюю кнопку и тянем. Это бас. Верхняя кнопка, и вот в серединке еще есть кнопочка, то есть эти две кнопки нужно нажимать одновременно. Это будет аккорд. На первом этапе обучения нам левая рука нужна как ритмический аккомпанемент. Обычно нажимают поочередно бас, аккорд, бас, аккорд. Попробуйте. Когда хочется нажать одновременно и бас, и аккорд, такой прием тоже не возбраняется, пожалуйста, если у вас есть желание. Четко чувствовать ритм, и со временем, я думаю, многие из вас научатся этому. А пока мы делаем только первые шаги в изучении саратовской гармоники. Итак, давайте попробуем освоить левую руку, бас-аккорд. Я вам сейчас продемонстрирую, как я нажимаю, пользуюсь басами, на примере песенки «Ах, вы сени мои сени». Да,
Да, гармошечка у меня такая плохенькая. И воздух она не держит. Клапана надо переклеивать. Ну, на этом, наверное, наш третий урок закончим. Осваивайте саратовскую гармонику. Это инструмент очень веселый, праздничный. До новых встреч!